конечно, мы ведь, по сути, это доиграли до логического завершения, только надо было забивать то, что мы доиграли. Но вот и все. Это не результативность, поэтому она к такой нервной концовке и привела. Игра была очень интересная, динамичная. Высокие скорости во втором тайме начались. Первых сыграли как бы более закрытый гандбол, вратари много отбили. Я думаю, что игра очень должна была понравиться болельщикам.